Спокойно, доченька. Нет в моей душе спокойствия. Мама, я не могу уснуть. Спи, доченька. Спи, моя солнышко. А где папа? Папа на войне. Защищает родину от фашистов. А что такое война? Война – это страшное событие, которое унесло тысячи жизней. Она никого не жалеет, дочка. Ни детей, ни женщин. А когда она вернется? Вернется. Обязательно вернется. А что он мне привезет? Мячик, конфеты. Как я обещал. Спи. Уже 4 года, как я не получаю вестей о нем. Жив или нет? Я не знаю. Говорит Москва. 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена. Вечная слава героям. Боль никогда. Боль не придет. Come on.